Карагандинской академии МВД имени Бейсенова прошло разъяснение 5-го послания президента Казахстана. Курсантам подробно рассказали о пунктах обращения главы государства и объяснили о планах развития на ближайшие годы. Для курсантов Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Байсенова провели работу по разъяснению 5-го послания президента Касыма Жомарта Токаева. Спикеры из разных областей деятельности подробно рассказали о самых важных пунктах обращения главы государства. В первую очередь отметили необходимость двустороннего общения властей и граждан страны. В предисловии, да, этого послания, конечно, мы должны не забывать о том, что было в январе. Январь, он обнажил наши проблемы, и он нам показал то, что все-таки вот те моменты, которые мы сегодня с вами говорим о слышащем государстве, они все-таки должны быть не в одну сторону, что нас должны слышать, но они должны быть и в другую сторону, что мы должны научиться говорить. Проблема всегда заключается в диалоге. Перед студентами Академии выступали исполнительный секретарь филиала партии «Аманат» в Казбекбийском районе Абай Арстанбекулы, руководитель представительства Республиканского общественного объединения «Ассамблея Жастары» в Карагандинской области Александр Урмашев и директор городского молодежного ресурсного центра Якуб Джамалов. На встрече обсудили важную для студентов тему доступности жилья, озвученную президентом в послании. Все вузы должны обладать у нас сегодня общежитиями. Вы прекрасно видите, да, сейчас вот геополитическую ситуацию, которая творится вокруг Казахстана. И у нас в Караганде уже сколько, да, беженцев из разных стран. Это не только Украина и не только Россия. Ситуация, она, конечно, стабильная. Все вроде в порядке на первый взгляд. Да, но мы можем, даже мы, Караганда, можем столкнуться с проблемой жилья. Один из основных посылов обращения, который напрямую касался курсантов, активное участие молодежи в жизни страны. Также спикеры обратили внимание на ключевой принцип послания президента – единство и многообразие. Ну, собственно, получился такой диалог, обменялись мнениями, и я думаю, что, наверное, в головах, по крайней мере, у тех, кто сегодня здесь присутствовал, остались какие-то такие важные моменты, которые они обязательно используют в жизни. Спикеры подчеркнули, что построение нового и современного государства невозможно без участия всех его граждан. Ранее с такими же тезисами в Караганде выступал президент Касым Жомарт Токаев. Эмиль Фукс, Мейржан Джумамуратов, Николай Шевелев, 5-й канал.